все получили такие вот штуки. Там наше расписание. И, пожалуйста, следуйте ему, читайте недельную главу. Сегодня я решил оторваться от недельной главы. И я буду проповедовать из послания евреям с 5 главы. Можете открыть вместе со мной. Я хочу попросить всех вас носить с собой или электронный, или неэлектронный вариант священных писаний. Послание евреям, 5 глава. Я прошу прощения, какое послание сказал? Евреям? Не то, Ефесянам, 5 глава. Кто из вас никогда не читал послание Ефесянам? Первое или второе послание Ефесянам? Кто из вас никогда не читал первое послание Ефесянам? Я тоже его не читал. Есть только одно, но ладно. Кто из вас читал? Кто может двумя словами охарактеризовать, про что послание Ефесянам? Двумя словами. Мы бывшие мертвые. Мы бывшие мертвые. Хорошо, еще? Новая жизнь. Созданы на добрые дела. Новая жизнь Мессии. Обновление ума. Вооружение. У каждого свое место, у каждого своя миссия. Окей. Хорошо, еще мысли. Мысли тех, кто читал послание Ефесянам. Молодежь, скажет мне кто-то, кто читал послание Ефесянам? О чем оно? О жизни верующего. Я вот задаюсь вопросом таким философским. А нужно нам вообще Библию читать? И или обратить, как бы иногда проповедь, иногда по телевизору. Вы знаете, написано в Писании, исследуйте Писание. Те из вас, кто занимался учебой, особенно в высших учебных заведениях, но и не в высших учебных тоже, и ты хотел чему-то достичь, чего-то добраться. Если ты не исследовал, ты ничего не знаешь, то есть, ты можешь там на халяву, помните, было такое выражение «халява»? Знаете, откуда оно произошло? Опять-таки, из иврита, от слова «халава». Не знали этого, да? В шаббат не было принято доить корову, а доить надо, она же, это. Так брали человека, который не еврей. Говорили, надои молока и забери себе его. Халява. Ну, так оно и пошло. Не знали, да? Почему лишь уксус сладкий на халяву? Хорошо, ладно, мы сейчас не про халяву, мы сейчас про послание Ефесянам. На самом деле, послание Ефесянам, оно в своем большинстве, оно говорило в отношениях. В отношениях человека с Творцом, Творца с человеком, людей друг с другом, и там описываются отношения Израиля и не евреев, там, помните, Павел в один момент обращается: о, вы язычники, вы были там, и сейчас вы через Иешуа прилепились. И есть еще одно отношение, про которое сегодня хочу говорить. Ну, кто вспомнит про отношение между кем, говорит вас... И женой. Игорь молодец, он исследует Писание, я знаю. Отношение между мужем и женой, абсолютно. И на эту тему я хочу сегодня коротко поговорить, иногда надо. И вы знаете, что в конце сентября у нас здесь будет шишивый шаббат, то есть вечер шиши, конец пятницы и субботнее собрание. У нас будет одна очень-очень крутая и очень грамотная пара спикеров, которые будут говорить о семейных отношениях. И это актуально не только тем, которые находятся в семейных узах, тем, которые по дороге к этим узам тоже. Те, у кого эти узы ослабли, это обязательно. А у кого в прошлом, он будет слушать и учиться. Вы знаете, вот такой вопрос иногда ожидается. А у кого в прошлом? Про что написано тем, у кого это в прошлом? Вот что написано людям, у кого семейные отношения это в прошлом? Чтобы они обучали и давали добрые советы тем, которых это в будущем или в актуале, или неудачно.
И вы знаете что? Я знаю, что некоторые люди в собрании проходят определенные семейные сложности. И это как бы бег без остановки на самом-то деле. И это не только у нас. Я знаю, что это вообще как бы глобальная проблема. И посему, вот используя еще одну возможность, когда сегодня шиши, все немножко расслаблено, я хочу говорить и Слово Божие к семьям, вещи, которые наверняка вы уже слышали, или не к семьям, но пусть это созидает вас, поэтому короткая молитва в начале. Небесный Отец, я прошу Тебя, чтобы не слова мои, но Руаха Кодыш делал в нас нечто. Те из нас, которые поранены семейными отношениями, дай рефуа, исцеление. Те из нас, которые строят семейные отношения, дай нам больше бензина, больше крепости, энергии, мудрости. Те из нас, кому это еще предстоит, дай мудрости, чтобы делать правильно. Прошу у Тебя, Небесный Отец. Я молю Тебя, Господь, чтобы в нас, в наших домах, горел Твой свет, Твое благословение и Твое наставление. Бошем Ишуа, дай нам, Господь, просто вместить какие-то вещи. Итак, взаимоотношения мужчины и женщины, семейные узы, это на самом деле тема сегодняшней проповеди. Некоторые, может быть, думают, особенно те, которые обожглись, им там было по 20, по 25, они обожглись, некоторые конкретно обожглись. Я не думаю, да, ну его, оно мне больше и даром не нужно. Но на самом деле Священное Писание начинается с целого ряда заветов или мицвот того, что народу нужно соблюдать. И когда Господь Бог сотворяет человека, говорит, оставит мужчина отца и мать своих, прилепится к жене, семью создаст. Место ранее говорит, и двое будут вместе, и там такая заповедь, плодитесь и размножайтесь. Еще более раньше, и создал Господь Бог человек, чтобы владычествовать. И вот если мы компилируем все эти тексты, то получаем некую список, который каждый может этот список увеличить или расширить, или сузить, неважно. Но примерно так, двое должны быть вместе, это Божий план. Двое должны быть счастливы вместе. Счастливы вместе. Двое должны быть поддержкой один другому. Помните, там в одном месте даже написано «Эзер кенегдо» – помощник, противоположный ему. Бог сотворяет женщину для мужчины. Также сказано «владычествуйте», то есть развивайтесь, реализуйте себя. И у некоторых почему-то есть такое глупое мнение, что женщина, она пристегнута рукой к дому, ну, к наручникам и батареи. И вот она от дома не может оторваться. Глупость полная. Она может реализовать себя очень здорово. И есть место гармонии. И есть место развитию. Но есть такое выражение в Писании. Я его позднее еще раз использую, но уже использую сейчас. Когда Ишуа говорит такие слова. Мудрый человек, когда строит дом, строит его на камне, подводит все оборудование вместе, расчет делает и строит на камне, не на песке. И тогда никакие бури не обвалят такой дом. И это как бы очень такая широко трактуемая притча. Если плохо мы строили, если закладывали не на том основании, или даже какие-то мелкие вещи, вот допустим, вот не пободрствовали, и дом начинает колебаться и шататься. Это к семье относится в первую очередь. Это относится ко всему. Если ты работаешь где-то на фирме, на хозяина, неважно на кого, и ты просто решил немножко так подинамить его, то очень скоро дом на песке не устоит, и тебя попросят или уйти, или тебя лишат какой-то зарплаты, или то есть этот принцип работает во всем. Но особенно четко он работает в семейных отношениях. И на самом деле в священных писаниях есть несколько, ну, 7, 8, 10 мест, где очень четко даются указания к мужу, жене. Я выбрал сегодня только 5 главу послания Ефесянам.
чтобы пробежаться через несколько пунктиков коротеньких, чтобы мы могли успеть пойти с семьями домой, поднять лехаим, обнять свою жену дома, пожелать шаббат шалом и благословить детей. Так вот, несмотря на то, что целым рядом мицвот Бог созидал человека, мужчину и женщину, и семью образовал, и дал им целое огромное поле деятельности, грех вошел, и очень много всякого проблема стало. Писание, Тора, пророки, Новый Завет дают силу к исправлению. Я уверен, что даже в этом зале есть люди, которые могут сказать: «В мою жизнь вошел Господь и исправил». А есть люди, которые с завистью посмотрят на те поднятые руки и скажут: «А в мою почему-то нет». Знаете, постучитесь лучше, взывайте к Нему более интенсивно, обращая первое внимание не на своего супруга, а на самого себя. И тогда, возможно, вы увидите, как некоторые чудеса будут происходить у вас. Итак, я начинаю читать 5 глава, первый пункт, это 5 глава, первый пункт, мы возьмем его со слов 21 стих. «Подчиняйтесь друг другу, повинуясь друг другу в страхе Божьем». И это первый пункт, повиноваться друг другу. В мире, мы знаем, есть очень много структур. И в структурах всегда есть начальник, подчиненный, еще подчиненный и так далее. Если мы посмотрим на некоторые страны, допустим, на Индию, у них касты, ну, может быть, сейчас не сильно, но еще 30-40 лет назад там кастовая система была очень развита, и тот человек, который рожден был брахманом, он даже для тех, которые пониже в касте, не прикасался до них, боялся. То есть есть четкая градация. Эта градация существует везде. И очень часто, когда мы наблюдаем со стороны за схемами, когда есть старшие, там пошли по списку подчиненными, то всегда есть управление, и очень часто это управление жестковатое. Ну, по крайней мере, мы в реальности с этим сталкиваемся. Здесь есть выражение «повинуясь друг другу в страхе Божьем». Слово «повинуюсь» хорошо бы изменить, потому что оно, слово «повинуюсь», звучит в этом старославянском контексте как нечто чуть ли не на двух лапах стоять и смотреть вверх, повинуюсь, страх. На самом деле, правильный контекст вот этого слова – уважать друг друга. И есть одно место, которое Иешуа, когда он, созидая свою общину, кигилу людей, просвещая ту группу Израиля, которая пошла за ним, давая им новые принципы жизни, сказал им: «А у вас повелеваю, что те из вас, которые большие, пусть будут как меньшие». Это не значит, что больше прямо должен стать прямо никем. Нет, это не подразумевалось. Но здесь основная идея, чтобы человек, который более опытный, тот, на которого возложено больше власти, тот, у которого больше ума или понимания, или еще чего, мог себя смирить. Вы знаете, мне как бы по жизни довелось быть в двух армиях. В двух армиях. В той и в этой. И про ту, особенно сейчас, очень много в интернете и фильмы всякие, как бросали солдаты, помните, штрафбаты. Вперед, и сзади пулеметы стояли, их подгоняли туда, и их как сила скосили на войне противники. Старший уничижал младшего. В этой армии кое-чего по-другому. Здесь офицер обычно должен бежать, если он нормальный офицер, перед своим бойцом. Вот
принцип повиновения – это вот как раз то, о чем Иешуа говорит в страхе Божьем, когда больший может себя не то что унизить, это не унижение. Это как раз-то и не унижение. Но больший, который знает, как все работает. Если ты хороший хозяин, и у тебя есть фирма, и твой работник постоянно чего-то ломает, а ты хороший хозяин, то ты подойдешь и покажешь ему, как это не ломать. Смысл подчинения – это исправлять. Смысл подчинения – это иметь глаза, чтобы увидеть там, где есть проблема и нужда, и туда спуститься, чтобы там помочь. Это пункт первый, о чем я хотел говорить. Пункт второй. И мы начинаем его со слов 22 стих. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Потому что муж есть глава жены, как и Машиах, глава верующих, он же спаситель тела. И как верующие повинуются Машиаху, так и жены своим мужьям во всем. Здесь Павел сразу включает две параллели. Муж, жена и еще кто? Господь. Господь и верующие люди. Для чего он это делает? Что он хочет показать? Как верующие подчиняются, как верующие повинуются. Во-первых, что такое повиновение? Я только что сказал, подчинение, повиновение, это не когда, и у некоторых есть такое мнение, очень часто, когда парень женится на девчонке, и девчонка выходит замуж за парня, вложено почему-то, что нужно, вот как собачки смотрите, вот там он сверху смотрит, это ерунда, это не про то говорится, и здесь поэтому Павел приводит взаимоотношения, которые существуют у верующих с своим Господом. И вот здесь как бы давайте немножко просто подумаем. Вот мы и вот Господь. Если мы хотим от Него благословения, то как минимум мы должны подчиниться каким-то моральным стандартам. Кто знает, что такое моральные стандарты в общине? Кто знает? Уважать друг друга, не обманывать, не превозноситься. Возможность помочь. Возможность, если ты видишь брата согрешающего, что сделать? Обличить. Не утопить. Обличить. И когда тебя обличают, как нужно отреагировать? Не как боксер сразу нокаут, а прислушаться, да, тебя исправить. Есть определенные взаимоотношения. Есть структура в общине. И если в общине выстраивается правильная, более-менее структура, мы учимся об этом из книги «Деяний апостолов». Помните, там были люди, которые нуждались в помощи, в еде, просто в еде. И апостолы, они говорят, у нас на это время нет, они выбрали мудрых, кого они выбрали, кто помнит? Служителей, диаконов, ашеров, служителей. И структура заработала. Слушайте, мы нашей общиной уже существуем лет 15-14 лет. И прошли через вот такие разные вещи. Если структура, я как пастор знаю, работает, то община ровно дышит. Если что-то начинает дергаться, ломаться, начинают какие-то сплетни там или здесь, сразу начинает колебать всех. Мы лишаемся сразу благословения. Чтобы община нормально существовала, должны проявляться какие-то дары, какие-то сверхъестественные вещи, естественные. Дары – это не только сверхъестественные вещи, дары – это не только, что должен стать пророк. А если нету пророка, так что, закрыть двери общины, ничего этого не надо делать. Мы ждем, а вдруг он завтра откроется. Но есть много разных даров, когда один подходит к другому. Даже то, что было сегодня, когда люди стояли небольшими кружками и могли помолиться друг за друга, это высвобождение дара. То есть в общине, когда проявляются определенные вещи, и смотрите, о чем я говорил, правильное взаимоотношение, правильная структура, правильное подчинение, когда есть место
раскрытию таланта не только одного пастора, но многих людей, тогда все живет и процветает то же самое наш дом. Если муж дает место жене, а жена в своих устах, в своей голове и в своих делах уважает его, то есть очень много благословения. Я повторюсь, уста, голова и действия. Что такое уста? Вы знаете, я вот этот момент мне раньше казался немножко таким смешным у американцев или у англоязычных. У них красивые отношения друг с другом, они, по крайней мере, друг друга мотиком называют все время. Хами, хами, да? И, знаете, мне поначалу казалось, это ерунда. У нас, как бы, особенно у русскоязычных, у нас и язык такой пожестче, и отношения пожестче. А ведь если мы можем называть своего супруга поласковей, даже скотина, ей тоже нравится, когда ее поласковей называют. Я говорю сейчас к некоторым женщинам, может быть, вам нужно поласковей со своими мужьями. И это первое. А второе – голова. Вы знаете, не все всегда получается. Мы приехали в новую землю, и новая земля, она не была с распростертыми объятиями. Здесь нужно отвоевывать каждый кусок. И не все сразу получается, как бы прописано, что муж он кто? Кормилец, да? Но не получается. Так что, его нужно сразу распять? Его нужно сразу обозвать даже не устами, а в голове моральным уродом? Или неспособным? Я слышу, такие вещи постоянно происходят. И когда они рождаются там, в голове, даже не всегда, даже если у меня есть хороший контроль за своими устами, но если оно там в голове есть, и уважение, которое просто высвобождается простым образом, оттуда не выходит, это все начинает напрягать обстановку делами. Есть такое выражение в священных писаниях, это притча 14 глава, там написано: «Мудрая жена устрояет свой дом, а глупая разрушит его своими руками». Вы знаете, когда Бог творил женщину, Писание говорят, когда мужчина спал. И многие комментаторы говорят, что в жене, в женщине, есть много чего-то необычно, массивно, чудесного, такого мистического, я люблю это слово, мистического, такого внутри непонятного, и хоть многие называют ее слабым полом, она намного сильнее, чем сильный. И она должна сама вот этот момент понять. Мудрая жена, она может выстроить свой дом. Даже когда, казалось бы, все идет на смарку. Я могу вам сказать, что я видел такие вещи многократно. И глупая просто разрушает свой дом. Потому что они ценят то, что имеют. Или потому что вдруг ей в голову попала какая-то другая вода, что, может, я сделала там где-то ошибку. Вы знаете, люди дорогие, написано, когда не хватает мудрости, попросите у Господа. Иногда Он сам дает. Иногда нужно просто подойти, вот Ира и нас спросила, а что делать тем, у кого это позади? Подойдите с тем, у кого есть опыт, и у кого что-то получилось. И подскажут. Для того и есть кегила, для того и есть община. И тогда твое повиновение не будет выражаться словами, а что я должен на него смотреть так? Ничего этого не нужно. В семье есть очень много удовольствия, радости и гармонии, когда мы получаем от Господа. Итак, пункт второй. Жены, повинуйтесь своим мужьям. Пункт номер три. Мы продолжаем читать. И здесь написано 28 стих. «Мужья, любите своих жен, как и Машиах возлюбил верующих и предал себя за них». Опять Павел делает связку между взаимоотношениями мужчины и женщины и между верующими и Господом. Только в первом случае, как верующие относятся к нему,
а здесь как он относится к нам. И он продолжает, говоря такие слова. Он говорит, как и Машиах возлюбил верующих, предав себя за них, чтобы освятить их, очистив бани водной. Ну, знаете что, я не хочу придираться к словам. Кто понимает слово «водная баня»? Окей, хорошо, как вот понимаете, так и хорошо, это не принципиально. Некоторые, давай разберем, это слово Божие, или это погружение в воду, или это соединение с верующим. Это вот мы, и Он пришел и искупил нас. Мы знаем, умер на кресте, страдал, воскрес из мертвых, проповедовал Слово, Святой Дух действует. Все вот это вот в действии, и это высвободил Иешуа. И если мы прислушиваемся к этим словам, еще раз послушайте, Он сделал для нас одно, второе, третье, действует всего. Это все можно выразить словом «забота», «заботиться». И если мы вот это слово «забота» перенесем на мужа, то это все, что требуется. Если она уважает его, а он заботится, каким образом заботится? Каким образом Иешуа что-то сделал или сказал? Во-первых, он не сказал ничего нового, он сказал ту же самую Тору. Но, сказав ту же самую Тору, он интерпретировал ее и пояснил. Про брак есть много разных вещей, но мужчина должен быть достаточно креативным, чтобы взять то старое услышанное и приобщить, принести, привнести в свой дом. Чем это выражается? Защитой? Да. Заботой? Да. Обеспечением? Деньгами? Конечно, да, но прежде всего я бы назвал такое слово, которое звучит как ответственность. Но, к сожалению, в мире, в котором мы живем, очень много мужчин, они отказываются от своей позиции, что я должен в конечном итоге да сказать. То есть, да, то есть я только что говорил, что женщина, хоть она и названа слабым существом, она часто сильнее. И вот как бы мужики подхватили эту идею, да, она сильнее, так пускай сама и выкручивается. Но Писание именно такую структуру выстроило. И из-за того, что мужики перестали брать ответственность, потому что часто не получают от жен обыденного уважения. Я уважаю тебя, двигайся. И когда от нее исходит это уважение, к нему приходит желание взять ответственность, чтобы окружить заботой и чтобы положить себя. Я помню, это было, наверное, года полтора назад или год назад, Женя проповедовал, и он жаловался тогда с бомы, как ему было жарко и душно в этом костюме, когда он взрывал эти мины. А потом он сказал, а потом я посмотрел на этих детей, которые спят в кроватке, и сказал, это же все мое. Ради них я готов пойти попотеть еще. Когда приходит ответственность, авторитет приходит, и желание, и креативность. И тогда есть правильное отношение. Но человек, мужчина, должен знать, что с него будет спрашивать Господь, и на нем есть очень четкая ответственность и молиться, и подкладывать руки, и защищать, и оберегать. И если бы обозначить семью телом человека, то жена – это вот эта вот кровь, которая дает жизнь там внутри всего. А мужчина – это вот эти вот руки, которые двигают, или ноги, которые ходят. Но без той крови они не могут двигаться, но они должны выражаться вот руками тела нашего. Если мы воспринимаем такую простую позицию и говорим, Господь Бог, я хочу такую семью, я хочу такой дом, то тогда в нашей жизни начинает происходить определенное чудо. К сожалению, многие из нас выросли без того, чтобы понимать, как семья устроена. И для многих людей семья – это только по телевизору, как показали, вот они поженились и прыгнули в кровать, вот и вся семья. Или побежали на работу, а потом поругались и развелись. Но семья – это не пункт четвертый.
заключительный. Написано, тайна сия велика. Я читаю, 32 стих. Тайна сия велика, я говорю по отношению к Машеху и к верующим. И вот даже вот по-другому здесь написано. Здесь есть великая тайна, но я ее так понимаю, что слова эти относятся к Иешуа, к верующим. И вы тоже, каждый из вас, должны любить своих жен, как самих себя, и жена пусть почитает мужа своего. Здесь Павел делает интересную связку. Он связывает отношения семьи с небесами и Господом Богом. И он говорит другими словами, макромир или макрокосмос и микрокосмос. Кто-то слышал такие слова? Макрокосмос — это вся вот эта вот, а микро, который повторяет. То есть один на другой влияет. Если мы начинаем пектись правильно о своих необходимых вещах, вещи вокруг начинают изменяться. Если мы начинаем что-то пускать на самотек, то начинает разрушаться. Я опять возвращаюсь к тому месту Писания, которое записано в Матфея в 7 главе. Кто строит свой дом на камне или на песке? Кто строит дом свой на камне или на песке? И вот когда я думаю про вот эту тайну и про наши отношения, я вспоминаю место из Исаии. Первая глава Исаии с 16 стиха. Там есть такие стихи, которые говорят, пророк пророчествует от имени Господа Бога и говорит: Израиль, ты весь осквернился, но приди ко мне и рассудим. Покажи, с какой ты есть, и я очищу тебя. Придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю. Если будут красные, как пур, как волну сделаю белой. Как волна белая, это значит, как очищенная шерсть ягненка. Волна — это, ну, старославянское слово. Если захотите и послушаете, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас. Это к нашим домам относится. Если мы можем совершить достойный плод покаяния. Что такое покаяние? Это не значит «прости меня, дорогая» или «прости меня, дорогой». Покаяние — это хазара бетшува. Это когда мы начинаем исправляться. Здесь среди нас есть люди, которые имеют опыт в жизни, когда десятки и сотни раз говорили своей жене «прости меня, прости» и делали то же самое или наоборот. Но когда один раз по голове стукнуло, и включили то, что называется настоящую хазару, и сказали: «я буду стараться», то в жизни все стало изменяться в другую сторону. Это то, о чем говорит Священное Писание. Это то, что я хотел вам сказать. В наших жизнях есть много боли, к сожалению. Но на земле, кроме Господа Бога, для человека нет ничего дороже, чем семья. Карьера, марьера, все это все очень хорошо. Но когда есть здравый дом, когда ты можешь прийти в дом, в котором присутствует верность, в котором присутствует тепло, нету домов без ошибок, но в которых есть просто «прости меня» и «поддержи меня», тогда мы увидим на выходе нечто необыкновенное. Сильное, благословенное, полно милости Господней. И самое главное – очень классный пример для тех маленьких, которые подрастают у нас дома. А иначе, один развелся, его дети развелись и включили традицию разводов. Слышали про такие штуки? Да, пошло, пошло. Остановитесь, изменитесь, призовите Господа. «Приди ко мне и рассудим», говорит Господь. Это не Леон говорит, это говорят Священные Писания. На этом я хочу остановиться. Помолиться.